Я на людях. Также я. Вот так, широкая улыбка. Все довольны. Правило взрослой жизни номер один. Чем реже убираешься, тем лучше видно результат. Поэтому убирайся раз в 4 года. Мама заходит в мою комнату. 6-летний я, который построил замок из подушек и одеял. Привет. В смысле 6-летний? Вы хотели сказать 18-летний? Преподаватель, считайте методичку, там вся важная информация. Методичка. Вот так вот, раз-раз и готов. Раз-раз и готов. Причина завести попугая номер 138. Он будет убирать носки, валяющиеся на полу. Да, но не. Если у кого попугай убирает носки, пожалуйста, напишите в комментариях, я не верю. Друзья, встретимся в 9 часов. Я в 7:54 уже собрался и готов к выходу. Мне скучно! Николай II и Ленин. Фанфики. Фанфики 18+. В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно сделать выбор. Высокие парни. Парни с 6 кубиками пресса. Парни, которые умеют готовить. Я не умею. Прохожие, подскажете, в какую сторону идти? Я живущий в этом городе 20 лет. А сам не местный, извините. Сестра. Прикинь, я мамин бокал разбила, самый любимый, не говори только ей. Я. Ок. Вечером. Сестра. Ест шоколад? Я. Дай мне половинку. Сестра. Нет. Я. А я что-то знаю. У-тю-тю-тю-тю. Тяжелее всего смотреть на губы, которые не совпадают с переозвучкой. А ведь кто-то реально смотрит аниме не в японской озвучке. Кринж. Любая техника, что я покупаю, ломается через 2 года. Холодильник 70-х годов. Я переживу тебя и всех, кого ты любишь. Я бессмертен. Я вечен. Я само время. Дом горит. Что делать? Все горит. Хоть набор не сгорел. О да, спасай самое ценное. Моя мама удивляется, почему все шампуни пустые. 7-летний я провожу научный эксперимент в ванной. Я делаю ведьмачий эликсир. Технически, смешивая шампуни, вы действительно делаете ведьмачий эликсир. Ведь выпив его, вы можете умереть. Вы никогда не задумывались об этом? Finally, можно скушать. Ну типа висит груш, нельзя скушать. Ну вы поняли. Ой, да кому я объясняю? 14-летняя депрессивная девочка. Ты никогда не поймешь настоящее одиночество. Мяч, застрявший на потолке с 2001-го. Когда-нибудь. Они не знают, что я застрял там. Собачий 911, что у вас случилось? Собака. Мой мячик попал под диван. А вы пробовали гавкать на него? Не помогло. О боже мой, боже мой, боже мой. Придется звать кожаного мешка. 7-летки. Ты вонючка. Я не приглашу тебя на свой день рождения. Не, ну я тогда тебе горло перерезал. У всех есть воспоминания, связанные с лестницей. У других... У меня! Та серия из смешариков, господи. Мама. Сынок, иди посмотри, тебе тут Дед Мороз под елочку подарок положил. 5-летний я. 14-летний я. 30-летний я. Сейчас буду! Мы запрещаем коту трогать яблоки, поэтому он делает это тихонечко. Трог. Так, я тебе сейчас эту лапу! Игровой уголок для ваших малышей. Просто мусорка. Просто мусорка. Кто-то. Почему ты вечно не высыпаешься и ходишь с больной спиной? Я ночью. Его же еще не спихнешь, ты его ногой ударишь, он вцепится сразу. Я люблю вязать. Памятник Хурме.